Предполагаемый убийца Ксения Мецгер на скамье подсудимых. Сегодня в Орджоникидзевском суде огласили меру пресечения. Напомню, в жестокой расправе подозревают 24-летнего молодого человека. Он не женат и официально не трудоустроен. Александру Могиленцеву вменяют вину умышленное убийство и разбой. По версии следствия, действовал он в корыстных целях, чтобы погасить кредиты. Вину он признал полностью, дал правдивые признательные показания. Но в настоящий период времени следствие ведется, поэтому это тайна следствия. И основные доказательства, которые будут добыты, я вам не имею права рассказывать. Видимо, собирался продать эту машину по запчастям и данными денежными средствами оплатить свои кредиты. Напомню, 29-летняя Ксения, молодая мать, финалистка конкурсов красоты, пропала в понедельник. Позже ее нашли убитой в Кизильском районе. По версии следствия, преступление произошло в одной из автомастерских Магнитогорска. Там работал обвиняемый. Именно ему девушка собиралась продать автомобиль. Мужчина нанес жертве несколько ударов по голове, после чего вывез тело за пределы города. Суд постановил ходатайство старшего следователя Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Самотохины об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Могиленца Александра Сергеевича удовлетворить. Избрать в отношении Могиленца Александра Сергеевича 26 февраля 1994 года рождения, уроженца города Магнитогорск, Челябинской области, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца, то есть до 17 сентября 2018 года. Прямо со скамьи подсудимых Александр отправится в СИЗО. Следствие по делу продолжается.